Общественная палата Одинцовского округа помогла провести конкурс детского рисунка, инициированный жителями ЖК «Удинбург». Ребята постарались отобразить в творческих работах свое видение территории образовательного комплекса или нарисовать свой же двор, но без мусора и грязи. В течение месяца активисты собирали рисунки и неделю назад провели онлайн-голосование. Выбрать лучшую работу было очень сложно. Многие участники получили подарки от общественной палаты и сообщества родителей Одинцовского округа – наборы для творчества и лего.